Привет, с вами снова Челси. Сегодня я хочу снять сериал про ютуберов. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Даш, ты уже встала? Можно еще посплю? Вика, пойдем. Все уже ушли в столовую. Да, у нас новый номер. Да, Челси, у нас новый номер. И с кем мы живем? Во втором боксе живут Эльза с Анной. Вот. Ау! Вика, осторожней. Ну что ж, пора вставать. Девочки, вы пойдете умываться, я пойду на завтрак. Только попробуй найти что-нибудь для себя. Хорошо, мы пойдем умываться. Ау! Вставай, милашка. Милашка, вставай. Да, Вик, чё она лежит-то? Ау. Точно, теперь будем умываться. Вот, ё-моё, сколько в шкафу вещей и ничего полезного вообще. Ну да ладно, пойду я на завтрак. О, да, мои любимые мармеладки. Доброе утро, Эльза. Доброе утро. Как хочется поспать. Ну да ладно, пойдем же на завтрак. Уже все завтракают. О, привет, Челси. Привет, Анна. Боже мой. Привет, Эльза. Сегодня на завтрак мармелад. Мармелад – это мое любимое блюдо. Я его заказываю по обыкновению. Вот вам мармеладки. Спасибо. Нам тоже пора идти наверх. Ой, здравствуйте, девочки. У нас опять на завтрак мармеладки. Ох, да, точно. Вика, где? Где она там ходит? Что, может быть, и не пойду на завтрак? Уже до чего не хочется. Хотите продолжение? Также я делаю набор в сериал про ютуберов, поэтому будет отдельное видео. И сегодня я хочу показать еще вам рисунок на конкурс Даши Конушкиной. Там надо было нарисовать себя и свою подружку в виде пони. Я нарисовала себя. Вот я ему Пичелс Браун. Я в виде принцессы Лести. Также няшка-поняшка Вика Флаттерши. И ты, Даша Конушкина. Видите, Пинки Пай, я так полагаю, ну, ваши любимые пони. Я очень хочу с вами дружить. Вам об этом уже говорила. Ну, в общем, и остальные, кто смотрит, кто хочет быть в сериале, пишите под видео комменты. Ну, и всем пока.